Наконец-то я приобщился Next Gen'у. Sony PlayStation не давали. Дефицит страшный во всем мире, в том числе и у нас в Украине. Зато вот прикупил себе Sony PlayStation DualSense. И будем сегодня его подключать к компьютеру. Фу, блин, а что это я в маске до сих пор? Можно же снять. Это как-то странно выглядит, да? Попробуем подключить к компьютеру на Windows. Посмотрим, насколько это интересно и как она работает. Погнали! Прежде чем я вам покажу, как это все дело подключается к Windows, я его, естественно, распакую, потому что я не могу. Без распаковки, я считаю, это ненормально. Ненормальный обзор без распаковки. Поэтому мы делаем... Ах ты, ё-моё, мы так быстро не делаем, оказывается, да? О, есть. Что у нас тут есть? Есть у нас все, есть. Ни хрена себе тут столько. Не так все просто. А внутрях. Так, коробочки. Ничего. А это что за эти самые? Эти самые. Ага. Ух ты, ё. По весу. Слушайте, я реально первый раз держу такой джойстик, наверное. Потому что, ну, держал когда-то, но это было очень давно, и они были такие легкие и дешевые. Все, коробки ничего нету. Инструкция. И, собственно, сам. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Сам джойстик со всякими модными штучками, дрючками. Да, да. Это он. И зарядка. Все. Сейчас подзаряжу и погнали его подключать. DualSense у меня в руках. Сейчас мы его будем подключать вот к Windows 10. Да? Значит, десяточка. Что мы вначале делаем? Мы сначала, естественно, его свяжем. Да? Я буду держать так, чтобы вы видели, какая красивая, кстати, штука. Очень такая качественная. Все, нигде ничего не лифтит. Все тут просто эргономика на высоте. Так, значит, мы идем в Bluetooth. Добавляем сюда устройство. Так. После этого мы зажимаем кнопочку PlayStation и вот эту вот, да, сверху. Начинает мигать синим цветом, если вам видно, да, и уже у нас вот есть на экране wireless контроллер. Настраивают они wireless контроллер, готово, тут жмем, ждем, пока оно настроится. Так, все настроено, готово к пользованию. Если бы это был этот джойстик от геймпада от Xbox, вообще не было бы никаких проблем. Включила на себе все настроить, все параметры и тому подобное. Но это же Sony. Тут не так все просто. Тут немножко надо сделать шахер-махер. Мы это дело закрываем. Открываем Steam. Да. Играть можно через Steam. Все функции DualSense поддерживаются. Практически. Но есть одно маленькое но. Так, значит, что мы заходим? Мы заходим, открылся у нас Steam. Заходим мы в настройки. Здесь у нас есть вот сразу кнопочка аккаунт и бета-тестирование. Мы нажимаем сменить. Да, мы сейчас с вами становимся тестировщиками. Нажимаем Steam Beta Update. По умолчанию нет поддержки в Стиме пятой плойки и этого джойстика. Вот, поэтому оно не идет. Но сейчас идет активная разработка в Стиме с поддержкой этих контроллеров.
Поэтому мы сейчас вместе с вами поучаствуем в тестировании и увидим, что это действительно работает, и все отлично работает, между прочим. Даже есть вибрация, и не просто вибрация, а в тему, и все функции, ну, практически, естественно, все не могут быть, все будут только на пятой плойке, и то на тех играх, которые поддерживаются вот таким вот, вот всякие такие эффекты. Так. Зашло? Зашло. О, он уже сразу засветился голубеньким. Это радует. Открываем Steam. Открываем Steam. Теперь мы идем, мы стали тестировщиком. Проверяем, да. И подключаем контроллер. Контроллер. Настройки для ПК. Так. Что она нам тут хочет? Чтобы мы почитали. Основные настройки контроллера я забыл нажать. Нажимаем настройки PlayStation. Черт, я забыл нажать, действительно. И у нас сразу появляется, то есть если без этого... Так, вот, нажали, и у нас сразу появляется PlayStation 5 контроллер. Мы сюда можем нажать. Здесь есть... Кстати, хорошая вот эта тема, найти контроллер. Нажимаем сюда, и он начинает вибрировать. Идем в настройки. Вот он уже есть. Мы здесь выбираем настройки вибрации. Хотим ли мы тут, чтобы он вибрировал нам. Так, есть. Все как бы. Как бы все. Мы это можем закрыть. Мы можем, то есть контроллер у нас сейчас подключен. Мы можем либо играть в игру, которую вы играете в Steam, но я хочу поиграть в ту игру, которую сторонняя, которая нет в Steam. И это, в общем-то, тоже не проблема. Есть функция добавить игру в Steam. То есть я открываю, вот, еще раз покажу, кто не успел запомнить, игры. Добавить стороннюю игру в мою библиотеку, да? И я сейчас прохожу, например, Metro Last Light, да? Как бы старенькая игра, но очень прикольная. Все, добавить выбранное. Теперь мы идем на домашнюю страницу и выбираем... То есть здесь у нас выбор игр, которые добавлены, в которые вы играете в Steam. Нажимаем Metro Last Light. И поехали. Это дерганулась немножко на этом, когда поезд дернулся и здесь. Где кто? Короче, играйте, наслаждайтесь и ждите также PS5, если вы, конечно, ее еще не купили. Тут я вообще в черной зависти вам завидую. Ну, а если нет, то ждите так, как и я. Все, я пошел играть. Пока.